1000 квадратных метров и более 700 новых рабочих мест. Один из крупнейших операторов связи в России открыл в Чебоксарах новый контакт-центр. Для чего он нужен и чем будет заниматься, в нашем репортаже. Прием огромного количества входящих звонков, консультации абонентов, оформление заявок и заказов клиентов, организация горячих линий, активные продажи, анкетирование, опросы. Это далеко не полный перечень того, чем приходится заниматься сотрудникам так называемых контакт-центров крупных операторов сотовой связи. У одной из ведущих компаний России операторские площадки таких контакт-центров есть в Москве, Костроме, а теперь и в Чебоксарах. Новый операторский центр обеспечит занятостью более 1500 человек. Компания предлагает достойную зарплату и удобные графики работы, что может заинтересовать, к примеру, студентов и выпускников вузов. Впрочем, рады будут и людям среднего возраста. Кстати, чтобы устроиться на работу операторам, специального образования и многолетнего опыта не нужно. Достаточно хорошо знать русский язык, уметь работать на компьютере и иметь хорошую дикцию. В компании предусмотрено обучение новых специалистов. Открытие новой площадки для любого контакт-центра – это вопрос очень серьезный, поскольку речь идет о расширении ресурсов, об увеличении ресурсов, в первую очередь о наборе новых операторов, новых сотрудников, от которых, в принципе, зависит эффективность и развитие, дальнейшее развитие компании. Данная площадка будет развивать все сегменты. Это и коммерческие проекты, и проекты государственные. Мы осуществляем поддержку портала госуслуги.ру, первую линию соответственной поддержки в рамках проекта «Информационное общество» и «Электронное правительство». Площадь нового центра составляет более 1000 квадратных метров. Сейчас оборудована только половина, однако планируется, что уже в начале следующего года операторская площадка заработает в полную силу. Ольга Пырочкина, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика.